На протяжении последних нескольких лет студент Брестского политехнического колледжа Сергей Пилипук в буквальном смысле бороздит и завоевывает просторы интернета. Его ролики-каверы на канале портала YouTube уже давно успели найти своего зрителя и слушателя. На странице Сергей размещает знаменитые хиты альтернативной рок-музыки в собственном исполнении. И если еще в 8 классе школы это были детские шутки, то сегодня они вылились в серьезный проект. Совсем недавно, когда начал снимать, это я поехал в Минск на фестиваль, там японская культура азиатская, вот, косплей и все такое. Мы сначала не собирались туда ехать, а так получилось просто. И я снял видос, что-то смонтировал, прикольно, первый видос выложил. Потом я в колледже на конкурс монтировал видео, там про здоровый образ жизни надо было. И я там под смешную музычку мы снимали о том, как Супермен борется с курильщиками, вот. Ну и как-то с этого пошло, потом каверы начал записывать. Ну то есть я не планировал что-то такое серьезно. Я думал сначала, ну, просто буду скидывать туда, как я играю, может, кто-то оценит, а вот сейчас много проектов запланировал, развиваюсь по-тихому. Этот, на первый взгляд, обычный молодой человек отличается особым рвением и желанием заниматься любимым делом. Сергея, получающего специальность в сфере радиотехники, еще со школьной скамьи захватила музыка. Были в его биографии и хоровой коллектив, и музыкальная школа по классу баяна, но ничто не смогло сравниться с давно полюбившейся гитарой. Сначала это была старенькая, в каком-то смысле раритетная, папина. Чуть позже – настоящая, профессиональная. Сегодня музыка стала в буквальном смысле отдушиной. Взяв в руки инструмент, наиграв одну из любимых мелодий, отходишь от будничных проблем и погружаешься в большой и такой необъятный мир музыки, уверен музыкант-любитель. Обычно я просто прихожу домой, и если у меня плохое настроение или я после пар прихожу уставший, то я просто там аккорды какие-то перебираю, то есть какие-то простые, а иногда какие-то песни новые учу. «Серегины щи» – именно такое название носит канал Сергея Пилипука на Ютубе. На вопрос «почему?» автор, не задумываясь, отвечает. Пока страница на портале словно суповое блюдо, подборка всего того, чем сегодня живет и дышит талантливый музыкант-любитель. В ближайшем будущем Сергей Пилипук собирается остановиться на чем-то определенном. Он уверен, верные поклонники творчества увидят это на портале. А пока зрителям телеканала «Бук ТВ» он дарит свой любимый хит. И очень обычно все вышло. Ушла от меня, и в ночь теперь слезы на гречу. Мне просто обидно шаги одиночества слышать. Подумать, вряд ли я жизнь доживу. Варвара, Варвара, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Евгений Просвель, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».